Телеканал 24 ДОК представляет. Энди, представитель канадского правительства сказал, что твое искусство не оригинально. Ты согласен? Да. Расскажите нам о фильме. О чем этот фильм? О чем он? Он о наивной юной леди, которая едет в Голливуд, чтобы прославиться. Он утверждал, что он очень прост. Это была лишь уловка. Ты просто копируешь обычные вещи? Да. Думаю, он самый важный художник второй половины 20 века. Тот, кто намного меня младше, никогда не сможет понять разницу, как выглядел мир до Энди и после Энди. Почему ты это делаешь? У меня нет никаких идей, я просто Энди Уорхол. Энди Уорхол. С 6 по 9 апреля в 22:00 на 24 ДОК.